Привет, меня зовут Надя, и сегодня мы приготовим замечательный вкуснейший смузи из банана и киви, а также из грейпфрута. Для приготовления смузи из бананов и киви нам потребуются нарезанные бананы и киви, которые я уже предварительно нарезала, и также нам понадобится полстакана воды и немножко льда. Для этого нам понадобится сам блендер Maggio, кнопка включения, а также я вижу, что здесь есть кнопка реверса, заднего хода. Так что вы можете регулировать минимальную и максимальную скорость вот здесь вот, вверху. Очень хорошо работает. Теперь мы закладываем наш смузи в лед. Думаю, двух кусочков будет достаточно. Должна отметить, что блендер Maggio обладает высокой мощностью, а также лезвие из нержавеющей стали с такой специальной формой, которая помогает измельчать даже такие твердые продукты, как лед. Теперь настало время для воды. Мы понемножку вливаем чашу и выставляем на минимум скорость. Наш смузи из банана и киви готов. Приятного аппетита! Готовим смузи из грейпфрута и одного киви. Для этого я уже киви и грейпфрут измельчила и заложила вот в такой вот стаканчик. Отмечу, что при приготовлении таких вот достаточно жидких продуктов нужно выбирать минимальную скорость, а также сильно не поднимать сам блендер вверх. Добавляем немножечко воды. Приятного аппетита!